по поводу столетних бутербродов. У нас есть заварничек с чаем, да, где, в принципе... Он до сих пор живет? Нет, это новый. Я пришел. Там, наверное, эволюция уже дошла до того, что они сами себе делают столетние бутерброды. Спасибо. У меня для тебя две новости. Хорошая и плохая. С какой начать? Да боже, ну что на этот раз-то? Ну... Давай с плохой. Нашел? Ну, давай. С какой начать? Вообще насрать, давай с плохой. У нас закончился суп. А хорошая ты наелся? Хорошая, говорить. Он выпил таблетки. Ну? Я помыл кастрюльку. Скотина-то, а? Кобылстончики кончились. А, нет, вру, бетон кончился. Илюха, Маня, Маня! Я бетон отдала Диме. А мне? Господи. Вот, видишь, ты одеваешь свою жену, а она бетон отдает другому. Оля. Все. Разберитесь, пожалуйста, своим бетоном сами. Все. Не приставайте к человеку. Все. Она, видимо, чем-то сильным занята. Все. Да что? А все. Все. Кирюх, поднимайся с бетоном. Он тяжек. Это ржачно, конечно, выглядит. Да, по одному кидает. Издевается. Давай его пойдем. Итого... 29 бетона. 3700. У меня самая быстрая кнопка на Диком Западе. Та-дам! Ну все, мы дом сделали, переезжаем. Да. Создаем новый сервер. Смешно. Ну, у нас всегда этим заканчивается. Я так все книжки... Вот за все время я все книжки так ни разу и не собрал. Я все пытаюсь все книжки собрать, у меня ни разу это не получилось. Ну чё, пойду я делать мост. А я думал, пойду я это место выбирать для переезда. Ну, он мост сделает и пойдет. Да, Кирюх? Угу. Угу. Надо кучу гвоздей взять, чтобы от зомбеет гвоздями отстреливаться. Да. У них прям такой дамаг. Огонь-огонюшка по-любому. По-любому. Я помню, мелкий был степлером себя прибил. К чему? Да ни к чему, просто в палец. Воткнул раз, а от боли воткнул еще пару раз. И они еще и защелкнулись внутри. Было кость приятно. Вошли, да? Ну, что-то вошло в кость, что-то просто за кожу зацепилось. Не, ну они должны были согнуться, они в кость должны были упереться хотя бы. В стол уперлись. Нет, я на весу это делал.
Он не совсем дурак. Хотя... Не, ну знаешь, спихать туда палец и... Ну я и говорю, хотя... Не, ну что, мне тогда было лет 6. Маня! Амань, ты поедешь со мной кататься? Нет, воздержусь. Ну что, всего лишь один раз ездил. Слишком много кирпичных заводов. Да, чуть-чуть совсем. Это такое, такая озвучка поездки прикольная. Да. А если еще вебка была бы? Да, есть. Как бы. Во, надо как-нибудь. Но я плохо выгляжу. Ой, вот-вот, не прибедняйся. Как есть. То есть я нормально выгляжу, а ты плохо? Ну, вам-то что, вам... Всего-то водой протереть лицо и все. На ладошку поплевал, как это, рожь протер, красавчик. А тут надо укладку сделать, да. Платье выбрать. Зачем? Какой-никакой макияж нанести. Зачем платье? Она, знаешь, как классно выглядит в моих футболочках? Отставить. Oh my. Просто такая миленькая. Маленькая. Кирюх. Тебе череп летит. Да, он давно летает вокруг меня. Не обращай внимания. Их пока не трогаешь, они безобидны. Черный ворон. Да. Хорошо, а что делать, если ты упал? И как подняться? Все, тебе... Куда упал? Никак. Мань, смотри. Лайфхак от меня. Все, ты умер. Илюха лайфхакер. Лайфхакцкер. Все, я тут. Да, упал, умер, восстановился в это, в горшке. Дома. Дома. Им мигалки не хватает. Виу, 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 виу. Ну вот. Да. Двигайся. Кто? Прыгай, я тебя ловлю. Блин, хреновая затея, мне почему-то кажется. Но да, давай. Я жалко прыгал. Нету. Жалко нету этого пинка ногой.
вы говорите, мне сказали... А что вы говорите, не сделали, доделали тут все? А ты слушай нас больше. Приколюсь. Ну ты нашел кого слушать, они же дебилы, ну. Слышь! Верните мне мой ФПС. Я зашел, да, и сразу. Да, ты зашел, и все, что-то как-то резко так... Вот раньше во всем был виноват Лис, теперь во всем будет виноват Олег. Да. О, вернулся. Кто убил? Кого? Кого? Череп? Не, череп летает. Убили череп. Да вот он летает. Где? Он валяется. Если в него Дима стрельнет, я стрельну в Диму. Он уже типа домашний. Домашние зверушки заводятся уже, видите? Ну. Слышь, если твоя зверушка меня куснет... Ты ее не трогай, слышь? Слышь. Это значит, ты ее не кормил. Ой, Тимона. Я Кирюхой ее покормлю. Да, конечно. Моя зверушка. А вообще, Орда приходила? Как? Нормально стоит так? Не приходила. Чё, избавиться? Никто не приходил. У нас тишина, спокойствие, вода. Надо какое-нибудь озеро, что ли, выкопать. Нет. Речку замутить. Вас не бьет, да? Он кто? Почему-то мы он ему домашний. Не надо. Он никогда первый домашний. Не нападает. Я уже давно заметил. Он как акула, они вокруг летают. Ну, чтоб ты это уже это... Присрал? Сделал все свои дела. И только потом. Так, не покушаться на домашнего пэта. Вот. У меня тоже уже... Я уже прикипела. Угу. Я знаю, что у вас отвращенные понятия. А у нас дома три шиншиллы. Живущие на воле. Живущие на воле. Вот не надо брать. У вас две живущие на воле. Ладно, две. Другая живет в замке, потому что это для ее же безопасности. Да. Потому что другая может ее в ответ сожрать. Вконтакте нельзя писать, что у тебя шиншиллы живут на воле. Да, тебе сразу к тебе вызовут, там начнется холивар, и к нам вызовут каких-нибудь гринписов. Там писец начинается, типа сумасшедшие. Типа мы живодеры. Ну, а сумасшедшие люди, короче, реально. Почему, кстати? А почему? Потому что типа считается, что их можно держать якобы только в заперти. Мне кажется, это клинический бред. Почему? Это равносильно тому же, чтобы собаку, кошку посадить в клетку. Это самое, Дим, принеси гвозди, а? Каблики. Ня. Не допрыгнул. Я ногу сломал. Я слышал. Oh no. И шины не могу сделать. Oh no. Бросаем его. Теперь ты меня понимаешь, Илюх? Я прыгаю на один блок. Даже меньше. Ты на блок не можешь запрыгнуть. О, но! О, но! О, но, 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 но! Теперь ты понимаешь, как я тогда тебя ждал? Стой! Давай. Так, о, господи. Ты его решил пристрелить, чтобы не мучился? На тебе шину взамен. Да, блин, я домой за шину. Вон, вон, укасит! Ноооо! Господи! Это было смешно. А у тебя камней нету? Стой. Камни?
Это была тоже пачка, если что. А, окей, уж это, хотел это. На еще каблов. Понимаешь, Лех, вот ты по одному бетону кидал, вот теперь он и думает, что по одной штучке скидываешь его. Спасибо. Где этот камень, я понять не могу. Он один такой запакованный. А, все, вижу. Ой. Я делал под себя. Так, бетон между верстаками. Кирюх, я походу ей загадку загадал. Угу. Да, ты верхний, уже не нижний, раз, левый, причем? Правый. Левый и нижний, вот это я никогда не забуду вообще. Весь мозг мне скрыл. Цитаты великих людей. Ты знаешь, такие моменты сделай скрины. Мне потом их скидывай. В смысле? Что именно? Чтобы я потом мог там, не знаю, прикрепить это куда-нибудь. Нижний левый. Из двух. Блин, ну я сидел из верхнего и нижнего. Я сидел в верстаке, я и говорю, левый, нижний. Прощелец. Да, я. А. Я не могу к тебе пройти. Прыгай. Сдурел, что ли? Да что тут лететь-то недалеко? Ну ладно, да лететь-то тут пару этажей. На, вот, вот я тебе сделал, метров, смотри. Блин. Ты что там, разгон, что ли, берешь? Я все время вообще-то разгон беру. Она как шиншилла. Нет. Ой, фу, меня сейчас стошнит. А как почему? Бросить так, чтобы вы это не проебали? Ну вот сюда кидай, вот сюда. Ой, фу-фу. О. Да что, о. Тут даже камеру не шатает, как в Doing Cluing. Кстати, она что, больше не будет играть в Doing Cluing? Да будет она играть. Надо же пройти вторую... до выхода второй части. Ну да. Всё, пошёл вон. Орда, лево, низ. От меня. От сундука? От меня, блядь. От верстака. Тебе надо повернуться в совершенно другую сторону. Угадайте, кто получил левел? Ты. О, сразу слышу маленькую. И нафиг. Люха, они там за тебя прячутся сзади. А через фреймы стреляет? Да. Да хорош прятаться за Илюхой. Ну слышите? Илюха. Они прячутся за тобой. О, вижу. Thank you.
Рулька. Давай, до свидания. Но она жива еще. Нет, опыт пришел же. Нет, это, видимо, другой опыт. А, мой опыт. О, они, она к мане бежит. Все? Не, еще жива. Так, Кирюк, пока ты там это, я тут это. А вот теперь пришел. Сейчас да. Приду, Кирюк. Да. Пока ты там это, я тут это. Гениальное объяснение. Но он, главное, меня понял. Вот это меня больше всего пугает. Ну. Ну что, строим еще один мост? Обломалось? Илюх, вон туда вот, смотри. Да чё, давай его на ту сторону, Кирюх. Не, вон, ну... прямо. Да, можно туда. Не, ну ладно, туда... Вот туда, в принципе, реально мост можно построить. Да. Вот на нет. Тот... Кирюх, я согласен, если только Маня будет помогать строить, ну да, башни. Нет. Да. Хорошо, ты в эти фреймы не проваливаешься, Кирилл. Ага. Ёбан! Чё? А? Я не туда поставил фрейм и такой... Уи! Дима, подожди! Дима, блядь! Дима! Стреляй в него! Ну смотри, хватает ему места. Ну, норм. Ну все, значит, ничего не расширяем, да, Кирилл?